Три специалиста на сотни налогоплательщиков. В инспекции Федеральной налоговой службы по Ноябрьску прошла волна сокращений. Жители недоумевают, очереди здесь и так всегда были проблемой номер один, а теперь они стали еще больше. Впрочем, для сотрудников ведомства неожиданностью сокращения не стали. Дело в том, что налоговая перешла на новую форму работы с документацией. Теперь специалисты на местах только проверяют правильность заполнения документов, сортируют их, а затем отправляют в Башкирию. Именно там расположена организация, которая занимается рассылкой налоговых уведомлений – налог-сервис. Требования к заполнению документов значительно ужесточились. Соответственно, и времени на их проверку уходит намного больше. Правда, время простое, в очередях, говорят специалисты, можно значительно сократить. Приблизительно до 15 минут. Для этого достаточно заранее записаться на прием через интернет-портал налог.ру. Если вы обратите сейчас внимание на, значит, на нашу перзал, то при входе сразу будет видно запись тех людей или организаций, которые предпочли заранее уточнить время своего обслуживания и записаться на прием в налоговый орган.